Именины отпраздновали в кругу хороших друзей. Гости желали основателям клуба Игорю Ложкину и Максиму Назарову способных и перспективных учеников, интересных турниров и дальнейшего стабильного развития их детищу. За 5 лет существования детской школы русского бильярда «Лайф», которая изначально располагалась в Центре детского творчества, и за год работы клуба «Массе» бильярдный спорт в Верхней Салде стал доступным для горожан разных возрастов. Этим достижением не без оснований гордятся родоначальники салдинского бильярда. Без лишней скромности могу сказать, что год у нас прошел более плодовито, даже чем мы рассчитывали изначально. То есть самая главная цель – привлечение новых игроков, нахождение старых игроков, которые давно не играли в бильярд в связи с тем, что отсутствовало помещение. Ну и вторая наша цель была – это наши дети. То есть, чтобы детская секция существовала, не только существовала, но и развивалась, чтобы наши детки представляли нас на различных уровнях, что они и делают очень успешно. То есть, по итогам этого года у нас одна девочка, Юля Устюжанина, неоднократно стала чемпионкой области. Другие две девочки, Софья Ефанова и Ангелина Путилова, стали призерками на областном чемпионате. Наш молодой человек Александр Миловцев занял 2-е место на чемпионате области. То есть это очень высокие достижения, это очень достойные цели, которые говорят, в принципе, об успехе нашей школы в целом. Ну и о том, что наш клуб действительно нужен, пользуется спросом, пользуется популярностью. На сегодняшний день в детской школе бильярда «Лайф» занимаются 25 ребят. В мае «Массе» расширит игровые площади. После завершения ремонта в 2 залах появится еще по 1 столу. Один для игры в русскую пирамиду и 2-й для игры в пул. В принципе, нам есть чем гордиться. И наши гости, которые приезжают к нам на соревнования со всей области, я думаю, что это как раз главное подтверждение тому, что у нас комфортно, тому, что у нас интересно. И самое главное, что они отмечают, что у нас все организовано очень профессионально. Уровень клуба довольно хороший, то есть много столов. То есть на самом деле очень интересна эта тема бильярдная и развитие детского направления. Всегда здесь весело, много интересных людей приезжает, и каждый раз кто-то новый. То есть, как бы я сам в бильярде недавно и сюда приехал, и вот из-за того, что здесь такая атмосфера, меня, может, даже смотивировало играть в дальнейшем в бильярд. Вот. Участвую на областных соревнованиях, то есть приезжают игроки с Алды, Саша, Денис, все. Вот, то есть, ну, сложнее всего играть с Юлей. Вот, с Юлей самый сложный соперник, Юлия Устюжанина. Вот, честно говоря. Вот. А так, здесь весело, приходите сюда проводить время. Празднование 1-го дня рождения завершилось очередным турниром, участие в котором приняли любители бильярдного спорта из разных городов Свердловской области.